Татьяна Замятина работает в школе более 10 лет. Благодаря ее профессиональному мастерству десятки учеников полюбили Толстого и Тургенева, Пушкина и Лермонтова. Поняли разницу между причастным и деепричастным оборотом. На праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, Татьяне вручили благодарственное письмо от администрации Сарова за многолетнюю и плодотворную работу. Особенно приятно, что погода радует, люди радуют. И, конечно, приятно признание твоего профессионального мастерства. В адрес учителей и воспитателей детских садов на праздничном концерте было сказано немало приятных слов. И, как отметил заместитель главы администрации Сергей Невченко, благодарности собравшиеся в зале женщины достойны не только в канун 8 марта и Дня учителя. Я желаю вам, чтобы вы были женщинами, женственными, ласковыми, знающими, что хотите в жизни от себя и от мужа, и мотивировать его на самое лучшее, чтобы он как можно лучше сделал вашу жизнь. Около 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования были награждены почетными грамотами и получили благодарственные письма от администрации департамента образования. Продолжился вечер праздничным концертом. В этом году музыкальная часть торжества была подготовлена силами педагогического коллектива 10-й школы. Гости вечера бурными аплодисментами встречали и провожали артистов, которые зачитывали рэп и стихи, пели песни и показывали видеоролики. Кирилл Васинин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.